Девчонки, привет! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Все хорошо у вас? Рада вас видеть. Вчера меня не было, потому что я искала микрофон. Вот. Искала микрофон. В общем, купила пока временный вот такой. Но я заказала, наверное, получу на следующей неделе. Вот. Вчера столько ходила, бродила, гуляла. В общем, это был долгий процесс, но в итоге решила заказать через интернет, потому что я просто его не нашла. Ну, то, что мне нужно было. Вот. Ну, сегодня мы с вами покушаем такие сладости. И плюс, наверное, так, да, не будем название рекламировать. Вот, и вот Севрюкова. Решила поесть сегодня Севрюкова. Ну, как-то вот для начала, наверное, попробуем немного такого, да? Вкусно. Ну, наверное, начнем. Решила просто похрустеть без крема нашего. Вот. Здесь у меня водичка, здесь кофе.
Это мой завтрак. Обычно я не завтракаю. Ради вас. Мясо. Супер вкусное. Да хочется долго пожевать, почувствовать каждую крупиночку и вкус, но сегодня проверим. Вы скажите, пожалуйста, как голос, как хруст будет, потому что этот микрофон, честно скажу, я то, что нашла, купила, так заказала профессиональный. Вот. Так как у нас суббота-воскресенье, поэтому на следующей неделе, может быть, четверг-пятницу придет. Все-таки я нигде не нашла, только пришлось смотреть уже в интернет, крайний случай такой. И я так люблю большие куски. Угу. В виде, да, можно было попробовать. Давайте попробуем. Водичку отдельно не взяла. Да, попробуем. Ага. Вот это все вытащим. Добро. Ну, вот так, да? Ой, какая чумазая стала. Угу.
когда откусываешь другой кусок, такое ощущение, что не ощущение, то есть приходит опять тот же запах, вот этот вкус при первом укусе особенно. Реально круто. Севрюкову можно кушать целый час, я так думаю. А я это все точно смогу съесть. Это точно. Mm-hmm.